Добрый вечер, профессор Долмандор. Неужели пророчества сбываются, Элвис? Это сказал сам профессор. Лодка и музыканты. А мальчик? Как договорились? Он ищет добро, доверяет каждому, верит в никому не нужные вещи, так? Наш профессор. Я готов поручиться за него жизнью. Профессор Долмагор, сэр. Я профессор МакГаллиган. Ничего страшного, прошу вас, я вам доверяю. Нет, сэр. Над нами веет волшебная тайна. Попробуйте не удивляться. Вот. Посмотрите. Элвис, неужели ты не понимаешь? Грех общаться с людьми такого сорта. Последствия ужасны. Маг не сносен. С младенцем будет море проблем. Подумай. Кроме нас, у него никого нет. Мы никогда не сможем назвать его своим сыном. Он другого рода. Мы даже не знаем его имени. Именно так. Он прославит нас. Мы посеем зерно исканий в душу человека. Но пока он должен подрасти.